Скажу, какая модель, да, в карте, которая приводит женщину к сексуальным отношениям за деньги. Получается, что, во-первых, первое, что бросается в глаза, это поврежденный Лагнеш. То есть это, например, планета, которая управляет первым домом, стоит в Дусхане, рядом с ней Раху или Кету, либо она сожжена. То есть повреждение первого дома любым способом. Это влияет на устойчивость личности. Получается, человек не может опираться на свой первый дом. Есть второй вариант. У человека может быть сильный первый дом, но очень сильное повреждение Луны. То есть она там в Дусхане, с Кету, с Раху, опять же, да, вот, ну, вы знаете, кто изучает астрологию, кто не изучает, добро пожаловать на обучение, ссылочка под видео. Получается, что с поврежденной Луной человеку сложно понимать себя, свои желания, свою психику, и вообще повреждение Луны, оно равно повреждению Лагнеша. То есть у человека нет устойчивого понимания своей личности. И это значит, что человек будет опираться на те элементы в карте, которые более устойчивы и сильные. Здесь все просто. И второе, да, получается, что если у человека поврежден Лагнеш, либо повреждена Луна, да, у девушки, но при этом у нее очень сильный дом секса, да, в котором она чувствует свою силу, свою энергетику, там может быть Венера с Марсом, Венера Раху, еще что-то, восьмой дом очень сильный. Либо у нее в карте, да, есть вот эти сексуальные соединения и зацикленность, да, на этой теме в определенном ключе. То, естественно, она будет использовать эту сексуальную область, чтобы себя реализовать, так как сама личность является неустойчивой. Получается, чтобы это предотвратить, нужно очень хорошо изучить, как ваша планета влияет на вас, да, ваш Лагнеш. В периодах нужно понять, в чем неустойчивость личности, какую черту характера нужно развить, в чем страх. Также нужно посмотреть дома денег, чтобы понять свою реализацию, да, таланты по роду. По сути, нужно просто компенсировать это реализацией других домов. А когда человек не работает со своей картой, не работает со своей жизнью, и он пришел с такими данными, с такими повреждениями, то, естественно, склонность к эскорту, либо к желанию встречаться с мужчиной, просто давая ему секс без любви, это вот один из исходов тех, кто, опять же, не работает, не развивает свою карту. Вы должны понимать, что это не диагноз. Если у вас такие положения, но вы смотрите это видео, вы уже предупреждены, то вы сможете реализоваться и стать благополучной и счастливой в отношениях. Поэтому будьте бдительны, и здесь нужно очень правильно выстроить приоритеты в карте, чтобы можно было создать гармоничную семью. Был очень рад этим поделиться. Подписывайтесь на Джотиш Амира. Знание – это сила.